Почему у кошек шершавый язык? Если тебя хоть раз облизывала кошка, ты точно думал, что ее язык – это настоящая наждачная бумага. Дело в том, что у кошек на языке есть шипы – маленькие сосочки, покрытые слоем кератина, из которого состоят и ногти человека. Поэтому для кошки язык – это не только орган вкуса, но и расческа, чтобы шерсть вычесать, мочалка, чтобы ее помыть, вилка и ножик, чтобы отделять мясо от костей, кондиционер, чтобы охладиться во время жары и массажер, чтобы расслабиться после тяжелого дня. Но у кошачьего языка есть очень серьезный недостаток. Из-за того, что сосочки направлены внутрь горла, кошка не может выплюнуть то, что попало ей в рот, поэтому вынуждена все проглотить.